Добрый день. Меня зовут Константин, мне 34 года, и я хочу оставить отзыв о тренинге школы коучинга УВК Павла Колесова. На самом деле путь в это обучение для меня был достаточно долгим. Я несколько лет следил за Павлом Колесовым, ходил на бесплатные его вебинары, читал статьи, смотрел видео, видеоролики разные. Но как-то пойти в платное обучение, все как-то не получалось. Как-то, видимо, еще был не готов. Поэтому, следя за его работой, многие вещи, о которых он рассказывал, они во мне отзывались. И я видел очень такие какие-то глубинные вещи в его словах, которые я понимал, но перейти от понимания к действию я все-таки еще не решался. Но уже в то время я видел в Павле Борисовиче какого-то уже профессионала в своем деле, знающего человека. То есть для меня он уже был, конечно, в каком-то смысле авторитетом. И прослушивая его материалы, я уже проникся к нему доверием, и оставалось просто сделать какой-то маленький шажочек и просто пойти к нему в обучение. Но потом возникли разного рода другие тренинги, и я как-то отвлекся от этой идеи. Да, и проходя другие тренинги, я понял, что на самом-то деле лишь надо начинать работать с себя, со своим состоянием, со своими внутренними ограничениями, убеждениями, блоками устранять, что просто без этой работы какие-то другие тренинги, они просто могут не зайти так, как надо. То есть и все необходимо, конечно, начинать с себя, с работы с собой. И когда я это наконец понял, то уже выбор того, а у кого же учиться в этой области, конечно, сразу был ответ, что, конечно же, у Павла Борисовича, потому что других тренеров в этой области, они, конечно, есть, но почему-то к нему было самое большее доверие. И выбор пал именно на него. Важно то, что вот в этом обучении собран такой концентрат очень важных, интересных и полезных знаний, которые следовало бы знать всем людям. И чем раньше, тем, конечно же, лучше. Чем раньше они об этом узнают и будут применять на благо себе, тем будет лучше всем. И им, и всему нашему обществу, всему миру. Также в этом обучении я познакомился с такими вещами, как трансы, медитации. Проработал разного рода свои какие-то проблемы, конфликты внутренние, страхи. Познакомился с очень приятными, интересными и прекрасными людьми, с которыми мы вместе проходили обучение. Хочу сказать, что довольно-таки приятно как устранять свои конфликты, так и помогать другим людям делать это. Работать с другими людьми тоже такой достаточно интересный и потрясающий процесс, который приносит довольно много удовольствия. Плохо то, что я прошел это обучение, на мой взгляд, достаточно поздно, потому что свои дети уже выросли, а
А тут такие знания, информация, которую необходимо бы знать, конечно, еще до рождения детей, либо до достижения ими 7 лет. Но дело в том, что я проходя обучение, моим детям уже исполнилось 7 лет, и я понимаю, каких сам я сделал ошибок по своему незнанию, по своей глупости, навешал им разного рода какашек. Поэтому, конечно, если бы я узнал об этом раньше, вообще об этой информации, которая здесь раскрывается, возможно, можно было бы избежать многих ошибок при воспитании детей, ну и в отношениях с собой, с самим собой, с другими людьми, ну и, конечно же, с детьми. Это, конечно, для меня такая, какая-то некая печальный момент, что я так поздно пришел в это обучение. Надо было лет на 10, конечно, раньше пройти это. Но во всем этом радует то, что, в принципе, теперь я знаю, как можно, если необходимо, и работать с собой, и если надо поработать с детьми, со своими, с близкими, помочь их какими-то вот такими вот вопросами, с проблемами. Поэтому эти знания, они не всегда пригодятся. Я думаю, они будут помогать там, когда мне это будет необходимо. Также хочу сказать, что, как и в любом деле, в работе с собой надо, ну, это, во всяком случае, работа, и надо трудиться. То есть это не то место, где я купил просто обучение, и все само собой, каким-то волшебным образом все произойдет. Ну, конечно же, нет. Здесь нужно изучать, работать, трудиться, как и в любом другом деле. То есть надо действовать, уделять этому время, силы, энергию, работать с собой, работать с другими людьми, и тогда все получится, и будет результат. А просто заплатил деньги, и все само произойдет, конечно же, это не так. Я хочу сказать, что я несказанно рад тому, что я попал в это обучение, начал его проходить, я нахожусь здесь, с этими людьми, в этой команде. Мне это очень нравится. И хочу выразить благодарность создателю школы коучинга Павлу Борисовичу и всей его команде. И сказать, что я благодарен вам, и я вас люблю. Вы лучшие.